Всем привет, с вами снова Женек, и сегодня мы будем проходить очередной инди-хоррор под названием The Raid Hostel. Итак, мы оказались в каком-то помещении, и будем выяснять, что нам здесь нужно. Давайте пощемим сразу налево, наверное. Или направо. Да нет, пошли налево. В принципе, сразу скажу то, что очень неудобно держать нажатой мышку, чтобы был включен фонарь. Ну да ладно. Какой-то отель, видимо. Что здесь забыл наш главный герой? Непонятно. Музыка затихла. Ха. Ну, ладно. Кровати не из неприятных. Тут тихо. Тихо. Кто-то, видимо... Точнее, не кто-то, видимо, а кто-то... Блять! Кто ты нахуй? Чудовище! Ёпта! Охереть! Вот это... Охуеть можно. Прошу прощения за мат, но это... Охуеть! Блять. Так, по-моему, насколько я знаю, здесь... Да, можно сохраняться. Да, отлично. Бегать тоже можно, да? Отлично. Блять, вот это... Ёбнусь. Ой. Вот это поворот. Неожиданно. Слишком как-то вообще я не ожидал. Резко. Кто это был? Так, подожди. Ладно, давайте вперед мы пока, пожалуй, не пойдем. Может, все же здесь что-то можно взять. Нет, взять нельзя. Ничего. Шкафчик. Шкафчик тоже не открывается. Так, давайте все же еще раз сохранимся. Ну, кто его знает, что будет дальше. Но начало неплохое. Но нас этим не испугаешь. Наверное. Да блин, даже понятия не имею, что мы можем здесь искать. Блядь, нет, нет, нет. Нет. Пожалуйста, не надо. Сядь. Я уже боюсь этой музыки. Я ж сегодня не уснул. Брось, заканчивай. Я не пойду туда. Нет, нет, нет. Все, да? Вроде музыка кончилась. Так. Нахуй я в это играю? Зачем? Ага. Так, что это было? Так, подожди, вообще, что происходит? Мы оказались в начале, правильно? Я умер. Или что это было? Не знаю, ладно. Давайте еще раз попробуем. Что я никого не видел, в принципе. И, может, надо все же было идти вперед. Ладно, сейчас пойдем. Хорошо. Блять. Ну, здесь же ничего, никого нет. Ладно, идем назад. Там, по-моему, мы еще упустили один проход. Куда мы сейчас пойдем, в принципе?
Так, давай сохранимся. Сохранимся. Да, хочу сохраниться. Видимо, нам предстоит много умирать, и чтобы не бежать уже потом опять через все эти лабиринты, просто загрузимся. Я так понимаю, нам надо найти, наверное, скорее всего, выход, потому что тут нету никаких... Ну, двери не открываются, шкафы... Ой, шкафы уж нет. И да и дверей здесь нет. Чё я брежу? Ну, никакого взаимодействия с предметами, короче, здесь нет, поэтому, наверное, нам надо тупо найти выход. Блядь, тупик. Давай сохранимся опять. Будем знать то, что сюда нам не стоит идти. Кто это вообще был? Оборотень? И что за существо вообще? На нас нагнетал обстановку. Ну ладно, вроде отошел. Вроде отошел лево, право, право, лево. Давай направо пойдем. Налево мы уже разочек сходили. Так, здесь тоже ничего нету. Даже дальше я идти не хочу. Так, теперь налево, да? Сохранимся. Так. Опять. А, нет, показалось, думал, там проход есть. Там в итоге ничего не оказалось. Опять лево, право, право, лево. Не-не, направо, пожалуй, лучше. Нет, налево пойдем. Где ты? Блять! Ёбаный ты насос! Охуеть! О, блядь, и ты здесь! Блядь, что делать? Ёб ты! Ах, ёба! Я не знаю, что делать. Бежим. Бежим. Нет, налево. Валим отсюда. Дай мне выйти, демон. Блядь, ну где-то он здесь. Ну бля. Ну что начинается-то? Бильярдный стол. Ха. Нормал. Так, где, куда мы вообще идем? Где мы есть? Я вообще заблудился уже, на самом деле. Я без понятия, куда я иду. Туалет. Ты. Тихо. Дурак, что ли? Нет, 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 нет. Отстань. Отстань. Мне кажется, застрял, да? Нет, вылез, все нормально. Он стоит там. Он там стоит. Блять, я... Категорически не хочу туда идти. Так, тихо. Может, надо выключить свет просто? А может, там просто туда не надо? И мы, короче, манем туда. Бежим, 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 бежим. Если он завис, честно, я скажу вам то, что я буду очень рад. Ибо... Я просто... Блядь. Ёб твою мать-то, блядь. Да что за хуйня? Ну, а куда нам идти-то? Нет, то есть... Всё, ладно, записываемся, чем им через него туда, кажись. Демон. Это гоблин какой-то, не знаю. Голум. Но он страшный. Отстань.
Да. Ну, все же помер, да? Но мы-то можем загрузиться. Отлично. Не, а как через него пройти, мне интересно тогда? Может, я что-то не пойму. Так, мы загрузились. Может, баг какой-то в игре, не знаю. Ну вот он стоит, как бы, и что? Что я сделал? Ну, он меня убивает, как бы. Фу-фу-фу-фу-фу. Ну ладно, давайте последний раз попробуем. Если нет, то сочтем то, что игра баганула. Да и мне полегче пусть на самом деле закончить обзор на эту игру, так как ночью в это играть нереально жутко. Вроде ничего такого страшного, какие-то скримеры всего лишь навсего, но... Блять, скримеры — это самое пугающее вообще. Ну вот он стоит, и что я сделаю, я не знаю. Как бы... Ну давай прощемим как-нибудь. Прощемили, отлично. Бежим, 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 бежим. Он, скорее всего, за нами, но я не хочу оглядываться. Нет, его нету за нами. А почему его нету за нами, интересно? Блядь, столько поворотов было уже. И мне почему-то хочется идти прямо. По-моему, и на самом деле я хожу кругами. Блять. А я не сохранился, да? Но ладно. Раз мы прошли, значит, можно все же там прощемить. И, наверное, в конце коридора сохранимся. Темная слишком игра, на самом деле. Очень темная. И жуткая. А его здесь не... А, нет, вот он там. Мы к стеночке. Не получается. Так, хорошо. Последний раз. Попробуем. Прощемиться через него. Как мы прошли тогда, я просто не знаю. Багнулась игра, видимо. От моих воплей. Ну ладно. Нет, убивает. Засранец. Ладно, ребята, короче, я достаточно игрался в эту игру. Мне вполне хватит на сегодня. Всем спасибо за обзор. Все уже. Язык заплетается. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, будет еще прохождение. Вскоре начну прохождение The Walking Dead Адвенчуры. Подписывайтесь, всем удачи. С вами был Женек. Всего доброго.